Более 100 метров в длину, 350 пассажирских мест, 7 дней путешествия по морю. Лайнер «Ариана» открыл круизную программу 5 курортных столиц Черного моря. Возрожденная Крымско-Кавказская линия в прошлом году приняла порядка 3000 туристов. В этом сезоне планируют поставить новый рекорд. Судно такого классического плана, античные. Сегодня уже таких судов не строят. У нас много дерева, много красивое такое античное судно, которое, когда приходят люди среднего или выше среднего возраста, они понимают, что это действительно судно, которое та классика, к которой мы привыкли, которую мы раньше имели. На летний сезон 2014 запланированы 17 круизов по Черному морю с базовым портом в Сочи. На борту ожидаются не только российские, но и зарубежные туристы, ведь молва о нашем городе разлетелась по всему миру. Кстати, экипаж здесь тоже интернациональный, а развлекать пассажиров в течение всего круиза будут музыканты с острова Свободы. Самое главное наше достояние – это вот морской порт, пассажирский морской порт, который имеет уникальные возможности, а именно мы можем принимать два больших круизных лайнера, которые будут по 500 метров длиной, то есть это возможности практически универсальные. Вот. И кроме этого мы можем принимать еще дополнительно две, значит, пассажирских платформы, что очень тоже важно. В отличие от предыдущего круизного сезона, в этом году лайнер пройдет несколько измененным маршрутом. В последний момент Одессу заменили на Стамбул, но стоимость решили оставить прежней. Единственное, теперь необходим загранпаспорт. Правда, количество желающих от этого не уменьшилось. Предлагается и другой вариант – Сочи, Новороссийск, Севастополь, Ялта, Сочи, без захода в заграничный порт. Это судно среднего уровня, но очень благоустроено, продумано. Единственное, что хотелось бы, что здесь нужно сделать пару кают для людей с ограниченными невозможностями. Всего за этот летний сезон в сочинском морском порту планируется принять более 100 круизных лайнеров. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.